Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова, участница программы развития общественной благотворительности Whole World, всем миром. Есть как минимум 50 причин, почему люди выбирают проект «Всем миром». Сегодня я расскажу о трех, потому что с первую по 14 причину я уже снимала ранее видео. 15 причина – оперативная служба поддержки. В любой момент вы можете получить профессиональную и быструю консультацию с помощью онлайн-чата. Есть форма обратной связи и есть форма онлайн. По-моему, у нас консультант работает до 18 часов по Москве. 16-я причина. Проводятся регулярные вебинары. Обычно они проводятся Александром Комиссаровым по четвергам. Это может быть и презентация проекта «Всем миром», и работа с личным кабинетом, и обучение. Приглашайте своих партнеров и приходите сами. И очень часто здесь разыгрываются пин-коды на активацию $5. Вы можете либо подарить своему партнеру, либо продать, либо если у вас выходит уже срок активации вашего личного кабинета, то вы можете активироваться пин-кодом. 17-я причина – прозрачность всех событий. Регистрации новых участников, отправка пожертвований в благотворительный фонд, получение денежных переводов фандрайзерами – все это отображается на общедоступном онлайн-мониторе. Какое бы событие ни произошло, оно обязательно фиксируется счетчиками, отображается на общедоступном мониторе на главной странице официального сайта Whole World, где я сейчас и нахожусь. А привязка каждого события к соответствующим координатам на карте мира делает этот сервис настоящим зеркалом жизни нашего сообщества. Просто зарегистрируйтесь в Whole World по моей реферальной ссылке, которая будет под этим видео, и уже через несколько минут вы увидите свое имя на онлайн-мониторе среди сотен других имен недавно присоединившихся участников со всего мира. Вот он, онлайн-монитор. Вот кто регистрируется, и мы сразу видим вот текущие регистрации. Смотрите, как их много. Нас уже более 1 000 000 человек. Сколько получено фандрайзерами и сколько передано в фонд помощи детям всем миром. Более $1 000 000 передано в фонд. Фонд с нами сотрудничает с января 2013 года, а получено фандрайзерами уже более $6 000 000. Вот и мама моя на мониторе получила $15, папа получил $5. Все это в режиме реального времени. Всем пока-пока.